предыдущей серии. Агентство в Лайфтопе? Агентство в Лайфтопе? Как это? Неужели это агентство пришло к нам? В Лайфтопе. Вот. Не сидится им. Стоп, что? Что с моими волосами? Я немного недопонимаю. А что с моими волосами? Вот так-то лучше. Вот не спится им спокойно. Вот, вот как? Вот как с ними вообще быть? Вот что, что с этим агентством вообще делать? Можно даешь, солнышко мое? Папа не готов на них отвечать. Папа, ты не представляешь, кто к нам пришел? Кто к нам пришел? Тут такое произошло. Ты не представляешь, кто к нам пришел? К нам пришла Лили. Стоп, она же у бабушки. Не, ну Лили это да, это... А что тут моя дочь делает? Если Лили, то это серьезно. Она же у бабушки. А что она у бабушки делает? Да привет, привет, Лили. Заходи в дом. В общем, тут такое... Лили, откуда у тебя леденец? Так, что у нас тут еще из еды? Вот сюда поставь. Ой. Не. Сейчас надо... Куда Лили пошла? Они меня тут точно не найдут. Я просто гарантирую... Что, еда куда-то исчезает? Вроде... Или ты ее ел? Ха! Убежала! Итак, папа, думай, где может быть агентство? Оно точно в нашем доме. Не знаю. А агентство может быть в нашем доме, ты уверен? Лили! Она пишет «А». Лили, кто тебя обидел? Кто тебя обидел? Кто тебя обидел? А, сейчас. Ага. Да-да. Это агент был, какой-то агентси. Это, похоже, был агент. И он обидел? Да. Он Лили напугал. Подожди, Лили, а что он еще делал? Лили? Ага. Стрелял! Так, я... А вот это уже против правил. С детьми так нельзя. А где он? В ванной. Ага, мы его рассекретили. Папа, мы идем в ванную. Так, все, мы идем в ванную. Итак, папа, за мной, идем в ванную. Вот она, на первом этаже. Оттуда выбежала Лили и закричал. Быстро. Папа, идем. Давай, пойдем, папа. Куда ты идешь? Вот сюда надо идти. Если это правда, то это будет шок. Согласен? Итак, пап, где может прятаться агент? Ой, слушай, пап, что-то меня прихватило. Сейчас я зайду в... Не понял? Не понял? Ты что, мне угрожаешь? А у меня есть вот это. Босс! Босс! Меня рассекретили!
это спрыгивать? Куда он убежал? Куда убежал он? Куда он убежал? Находим его! Начинайте операцию куски ломтики! Ладно, похоже, пора начинать эту операцию. Я лечу в Лайфтопию. Пора мне уже... Мне надо было на это решиться. Ну что ж, Глеплей, жди меня в Лайфтопии. Конец второй части. Продолжение следует.